вівторка. В ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Олена Маливан. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке. 31 січня у Білгород-Дністровському пройшла прес-конференція начальника РЕМУ. На сході України загинув ще один учасник АТО – уроженець Татарбунарського району. З якими проблемами зіткнулись управління соціального захисту населення? Що варто робити, аби не захворіти на грип чи застуду? Поради медиків. Як проходив переїзд бібліотеки імені Гайдара? І яка доля книжкового фонду та її співробітників? В Ізмаїлі відбувся конкурс «Розсміши коміка». Про ці події та не тільки дивіться далі більш розлогіше. 31 січня в приміщенні Білгород-Дністровської міської ради начальник РЕМУ провів прес-конференцію. Говорили про нові тарифи і плани на поточний рік. Більш докладно розповість Тетяна Карпенко. Впервые за последние 5 лет в прошлом году в Белгород-Днестровском проводилась широкомасштабная работа по реконструкции электролиний. Об этом заявил на своей пресс-конференции Сергей Кочвар. 18 присоединений от наших трансформаторных подстанций напряжения 1004, которые мы реконструировали в центральной части города. Это, чтобы в цифрах сказать, это 22,5 километра новой самонесущей линии напряжением 0,4 кВт. Опоры мы там не все меняли ввиду того, чтобы как бы оптимально использовать деньги для того, чтобы больше заменить линии, чем опор. То есть те опоры, которые были пригодны, мы оставили, а те, которые было необходимо, мы заменили. Задача заключалась в том, чтобы предупредить хищение электроэнергии. Так, после реконструкции все счетчики вывели на фасад домов, говорит Сергей Кочвар. В этом году РЭС намерен продолжить работы, но уже в меньшем объеме. На этот год у нас запланировано всего 3 линии длиной 4,3 километра именно по городу. Основной удар у нас теперь будет направлен на район. Потому что в 2016 году мы уделили больше внимания городу. А в этом году больше района. Если вы заметили, вот эта наша снежная погода с 6 числа, которая была, у нас в основном все проблемы были, это район. Малога, Выпасное, Пивденная, Семеновка, там где переметы, и туда в сторону Курортного и так далее. То есть по этим районам нам было очень тяжело передвигаться, и мы очень долго подъезжали к своему оборудованию. Не обошли стороной новые тарифы, которые вступят в силу 1 марта этого года. То есть теперь у нас всего 2 будут блока. Это первый блок до 100 кВт 90 копеек и свыше 100 кВт 1 гривна 68 копеек. Все, больше блоков никаких не будет. Также для удобства потребителей электроэнергии в РЭСе появились и новые услуги. Также я хочу, многие, наверное, слышали, но не знают, что с прошлого года у нас уже заработала такая услуга, как присоединение онлайн. Те люди, которые имеют дома компьютер, купив какое-то жилье, либо строят какое-то жилье, либо есть садовые участки, то теперь они могут получить, как раньше это называлось, техничные мовы на проедание, то теперь договор стандартного присоединения. То есть они могут получить через интернет. Плюс сейчас мы очень рекламируем вот такую вещь, юридические споживачи, которые, например, летом массово начинают работать в Затоке. Для того, чтобы привести отчет, им надо приехать, потратить бензин. В Затоке, вы знаете, у нас пробки постоянные. Для удобства они, вот здесь прямо написано, что им надо сделать. Всего 5 действий. Отримати электронно-цифровый підпис, обратиться в РЕС, укласти додаткову угоду до договору про постачання електроенергії, отримати код для активації облікового запису в особистому кабінеті і зареєструватися на сайті. Все. То есть, как раньше мы говорили, специально обученные люди, которые приезжали в РЭС и сдавали отчеты. То есть сейчас руководитель может сэкономить на бензине и на этом сотруднике, который возил его отчет. Это уже не первая электронная услуга от компании. Также Сергей Кочвар сообщил, что реконструкцию новых электролиний планируют начать весной. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ. На сході України загинув ще один уроженець української Бессарабії.
Як повідомляють кореспонденти 7-го телеканалу, у зоні АТО пав наш земляк. Роман Гульченко був командиром 79-ї десантно-штурмової бригади. Трагедія сталася 30 січня під час бойових дій. 31-річний чоловік народився в Татарбунарському районі. Без батька залишилась неповнолітня дитина. Співчуваємо рідним та близьким. В четвер, 2 лютого, з 10 до 12 години у Татарбунарах фоє районного будинку культури відбудеться жалобна церемонія прощання загиблим воїнам. У зв'язку із зростанням цін і тарифів, все більша кількість жителів Білгород-Дністровського звертаються до управління соціального захисту населення за субсидіями або пільгами. На листопад місяць 2016 року і через відсутність фінансування з держбюджету в установі зіткнулися з проблемою. Заборгованість за цими видами допомоги комунального підприємства міста склала близько 7 мільйонів гривень. На сьогоднішній день частину суми вже відшкодували. Наталя Чеботар розповість більше. Что делать, если зарплаты или пенсии не хватает даже на то, чтобы оплатить коммунальные услуги, не говоря уже о других тратах? Последнее время в Управление социальной защиты населения Белгород-Днестровского обращается все большее количество горожан. Только на период ноября 2016 года на учете в учреждении состояло более 4200 получателей льгот и около 4900 тех, кому уже назначили субсидию. И это только жители одного города. Такого потока людей никто не ожидал. На конец года 2016 мы вышли с колоссальным долгом по субсидиям и льготам. Это более 7 миллионов гривен, которые должно было компенсировать государство. На сегодняшний день совместными протокольными решениями закрыты долги по теплокоммунэнерго, по водоканалу и РЭСу. Вот, то есть долгов мы не имеем. Сегодня мы передаем списки тех получателей пособий и льгот, субсидий и льгот, которые назначены за последнее время. Как отметила Татьяна Мунтян, несмотря на то, что долги некоторым предприятиям города за предоставленные коммунальные услуги выплатили, еще сохранилась задолженность перед ОСМД, ЖЭО-1, Автотранссервисом и Мегаполисом. Необходимо возместить еще 1 миллион 77 тысяч гривен. Хочу сразу обратить внимание на то, что впервые мы в этом году получили деньги живые, то есть 371 тысяча пришли. Мы закрыли только субсидии, не льготы. Нам хватило закрыть субсидии ЖЭО-1, Автотранссервису, Мегаполису. И у нас был долг длительный, там в размере 2300 за газ Авидиополю. Следующие деньги мы ожидаем, раз, ну будем говорить, государство обратило внимание на то, что нужно погашать не только субсидии совместными протокольными решениями, но еще и живыми деньгами. Поэтому следующие деньги, которые приходят, будут целиком направлены на ОСМД, потому что квартплату люди платят, кто-то не платит. Достаточно сложно в теперешнее время выживать совладельцем объединений. Как отмечают в управлении, пока предприятия идут навстречу горожанам, но вот РЭС долги не прощает. Поэтому специалисты убедительно просят, чтобы не оказаться отключенным от электричества, лучше оплатить за услугу полную стоимость. Как только из госбюджета поступят средства, будет выполнен перерасчет. Все остальные коммунальные платежи люди могут платить посильно, по возможности. Субсидия достаточно большая, и 2000 есть, и 1800, и 1500. Такая субсидия у многих получается, во-первых, берутся доходы, а во-вторых, когда идет отопительный сезон. Естественно, что по март месяц субсидии будут начислены, в конце марта без обращения граждан субсидия будет пересчитана автоматически на неотопительный период. Кроме этого, специалисты отмечают, если у получателя субсидий изменился состав семьи, кто-то устроился на работу или же наоборот уволился или совершил покупку свыше 50 тысяч гривен, необходимо срочно обратиться в управление и по новой оформить заявление и декларацию. Татьяна Мунтян в очередной раз напомнила, субсидия – невозвращаемая помощь. И не стоит бояться, что при вступлении в наследство ваши дети или внуки должны будут ее возместить. Не влияет это и на продажу жилья. Также рассказала и о некоторых нововведениях. В этом году берутся доходы. В прошлом году мы брали, в 2016 году, доходы за 2015 год – минус 15% налогов. В этом году берутся доходы за 2016 год – минус 18% налогов. Вот. В принципе, есть категория людей, которые
при обращении за назначением субсидий приходят сразу со справкой, бухгалтерия выдает справочку, и там уже без 18% это, ну, ускоряет процесс оформления субсидий, хотя мы не имеем права требовать такие справки. Это уже зависит от желания человека. Кроме этого, Татьяна Мунтян обратила внимание и на сложившуюся ситуацию с компенсацией затраченных средств на покупку топлива для потребителей частного сектора. На данный момент управление не владеет информацией, есть ли в Украине нормативный документ, в котором прописана стоимость угля и газа. Поэтому специалисты убедительно просят при оформлении субсидий вначале поинтересоваться их ценой, а уже потом оформлять заявление. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. До уваги приватних підприємців Білгород-Дністровського. На центральному ринку асорті з'явились шахраї. Представляючись спеціалістами управління соціального захисту населення, вони просять реалізаторів показати документи на торгівлю, договори найму на роботу та не тільки. За відсутності чого-небудь вимагають гроші. Управления социальной защиты поступила информация о том, что сотрудниками Управления социальной защиты осуществляется на рынке проверки оформления людей на работу, выплат тех необходимых налогов, которые должен платить предприниматель. Хочу сразу заверить, что Управление социальной защиты не имеет к этому никакого отношения. Мы ждем подзаконные акты. Есть комиссия, которую возглавляет первый заместитель городского головы, есть комиссия по задолженности по заработной плате и легализации этой заработной платы. Комиссия будет работать, но будет работать тогда, когда на уровне государства будут подготовлены подзаконные акты. Сегодня это все самодеятельность, и если представляются люди сотрудниками Управления социальной защиты, я заверяю, что такой комиссии не ходит, управление такие проверки не осуществляет. Это самодеятельность каких-то людей, не совсем, наверное, честных. На гарячому затримано ще одного хабарника. Як повідомили у прес-центрі СБУ, зловмисники розробили схему, за якою впродовж 2016 року штучно створювали перешкоди підприємцям при оформленні вантажів. Останні були змушені розмитнювати імпортовані товари в інших регіонах держави. А за отримання вантажу та його вивіз комерсанти мали платити одеським митникам відкат. Правоохоронці задокументували факт передачі одному з керівників митного посту Чорноморськ неправомірної вигоди у сумі 2,5 тисяч доларів США. Під час отримання ним ще однієї частини хабара у сумі 800 доларів оперативники спецслужби затримали зловмисника на гарячому. Тривають слідчі дії. Проводяться 15 обшуків за місцями роботи та мешкання посадовців. Спецоперацію провели співробітники СБУ спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою фіскальної служби. Побажав розбагатіти, та не вдало. Білгород-Дністровські полісмени затримали грабіжника, який вкрав сумку листоноші з грошима. Невідомий підбіг ззаду до своєї жертви, кинув її на землю і, забравши свою здобич, втік. 30 січня в чергову частину Білгород-Дністровського відділу поліції зателефонувала 49-річна жінка – листоноша «Укрпошти». Вона повідомила, що в неї вкрали сумку з грошима. На місце події прибула слідча оперативна група та була орієнтована група швидкого реагування і наряд Державної служби охорони. В ході досудового розслідування встановлено, що листоноша, отримавши пошту та гроші виплати для пенсіонерів, рухаючись по вулиці Степовій, до неї ззаду підбіг невідомий чоловік та повалив її на землю. Так як потерпіла, чинила опір, він наніс їй кілька ударів в обличчя, вирвавши сумку з рук, зник в очереді. Часть денег похищена. Это 3-4 выплаты наших пенсионеров, которые оказались на данный момент без пенсии. Она, конечно, получила незначительные повреждения в результате борьбы. Завдяки професійним і злагодженим діям поліціянтів вже через півгодини зловмисника затримали на вулиці Десантників. Ним виявився 19-річний мешканець Білгород-Дністровського. При огляді у хлопця виявили частину грошей. За скоєний злочин молодому чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Вбивця трьохрічної дитини опиниться за ґратами.
Нагадаємо, в січні минулого року до Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло повідомлення від 21-річної жительки міста про те, що зник її трьохрічний син. Після тривалих пошуків правоохоронцям вдалося знайти хлопчика у рову біля середньовічної фортеці та встановити причетного до зникнення дитини. Ним виявився 19-річний житель Білгород-Дністровського, раніше судимий співмешканець матері малюка. У ході здійснення досудового розслідування вину затриманого таки доказали. Вивчивши всі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, повідомляють в прес-службі відомства. Коли очікувати на черговий спалах грипу та ГРВІ? Що варто робити, аби не захворіти в останній місяць зими? Саме на такі питання відповіла начальник управління охорони здоров'я Тетяна Сибірцева під час зустрічі з нашою знімальною групою. Ситуація з ГРВІ наразі стоїть на черговому рості захворювання. Щонеділі медики відстежують показники. За січень 2017 року до лікарні звернулось 1196 чоловік. 55% складають діти і близько 50% – дорослі. На сегодняшний день мы уже набираем новую статистику. За прошлую неделю заболевших у нас 256 человек, и из них дети 72%, и порядка 25% – это взрослая часть населения. Эпидсезон 2017 года отличается разнообразием циркуляции вирусов по анализу Государственной службы контроля за респираторными заболеваниями. Особенность этого периода отличается тем, что наравне с вирусом гриппа А циркулирует вирус гриппа Б, аденовірусы циркулируют среди населения, а также риновірусы. Є також і складні випадки. Для лікування таких хворих використовували закуплений за кошти з міського бюджету препарат Таміфлю. На території Білгород-Дністровського та навіть Одеської області за епідперіод не було летальних випадків. Однак по Україні близько 10 людей померли. Серед них є навіть діти. Різкий зріст захворюваності очікують на лютий. Февраль у нас всегда отличается подъемом заболеваемости, традиционно это обусловлено и определенным уже не совсем рациональным питанием, а также уменьшением сопротивляемости организма против вирусных инфекций, напряженность иммунитета немножко ослабевает ввиду гиповитаминоза и других составляющих, стрессовых моментов, неправильной одежды, пребыванием в коллективе с больными. Аби не захворіти на ГРВІ, Тетяна Сибірцева нагадала, що не слід забувати про банальні правила гігієни – мити руки та обличчя після прогулянки та перебування у масовому скупченні народу. Крім того, варто промивати носову порожнину сольовим розчином. Така процедура вбиває віруси та зволожує. Основным фактором является исключение заболевшего или сотрудника, или ученика, или ребенка из коллектива. Не допустить заболевшего в организованный коллектив. Это первая ступенька контроля. Заболевший должен остаться дома. Он должен обратиться за медицинской помощью своевременно, потому что это облегчает течение самого заболевания и гарантирует позитивный исход его к выздоровлению. Основной фактор является проветривание помещений, потому что вирус грипа, он не является достаточно устойчивым в определенных условиях. Зазначила також начальник управління, що на зменшення кількості хворих позитивно вплинуло збільшення канікулярного часу в школах та садочках. Наразі медики продовжують слідкувати за числом захворюваності, аби у разі різкого зросту можна було швидко зреагувати та прийняти необхідні рішення. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Реорганізація бібліотечної системи в Україні в Білгород-Дністровському торкнулася однієї з них – імені Гайдара. Начальник міського відділу культури Світлана Байло розповіла нашим кореспондентам про те, як проходив переїзд і яка доля бібліотечного фонду та її співробітників. Реорганизация библиотечной системы, которая в последнее время проходит на территории Украины, не обошла стороной и Белгород-Днестровский. Так, в связи с этим, в прошлом году пришлось закрыть библиотеку имени Гайдара. Получено нами согласование от Министерства культуры Украины от 3 октября 2016 года. Есть решение сессии. В течение двух месяцев, октябрь-ноябрь, проходила эта процедура реорганизации. Все имущество библиотеки –
Гайдара, вывезена в библиотеку Пушкина, там усилена эта детская часть, скажем так, детский отдел, который будет обслуживать Победу, Солнечную, там, где действительно спальные районы, много проживает детей. Все это было организовано, перевезено. Часть книжного фонда, а он насчитывает более 53 тысяч экземпляров, разместили в библиотеке Пушкина и Катаева. Практически весь персонал был трудоустроен, говорят в отделе культуры. То есть, в принципе, как бы люди не пострадали. Мало того, нам удалось сэкономить фонд заработной платы в конце года, и библиотекари смогли последние два месяца получать надбавку в полном объеме. Та надбавка, которая ограничена 50%, но у нас не хватало средств для того, чтобы ее в таком размере выплачивать, она была в половинном размере. В последние месяцы они смогли за счет экономии получить эту надбавку в полном размере. То есть, в принципе, в общем-то, каким-то катастрофическим последствиям это не привело. Помещение бывшей библиотеки имени Гайдара передали на баланс отдела образования. Там планируют сделать ремонт для того, чтобы общеобразовательная школа номер 6 смогла улучшить свои условия для учеников. Экономия от такой реорганизации местный бюджет тоже получит, говорит Светлана Байла. Для бюджета, в принципе, экономия значительная. С одной стороны, это сокращение 5 штатных единиц, потому что там работало 4 библиотекаря и уборщица. Это фонд заработной платы. Плюс содержание библиотеки. Ну, в данном смысле, конечно, экономии не будет, потому что его будет содержать школа. То есть за счет содержания, как бы по городскому бюджету, это ну, один карман. Да, скажем так, что на культуру, что на образование платилось. Но, с другой стороны, все-таки это экономия в фонде заработной платы, и она достаточно существенна. Также в связи с децентрализацией изменения коснутся и библиотеки в поселке Сергеевка. Ее планируют передать на баланс поселкового совета. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. У селі Виноградне Болградського району завершується капітальний ремонт стелі у глядацькій залі будинку культури. Як повідомили у прес-службі обласної ради, з бюджету на ці цілі виділили 300 тисяч гривень. Під час проведення ремонтних робіт у глядацькій залі демонтували старі стальові плити, які знаходились у аварійному стані. Замість них з'явилася сучасна підвісна стеля. Також замінили понад 300 метрів старої електропроводки та встановили 136 нових освітлювальних ліхтарів. Як зазначив Анатолій Рубанський, далі цитую, увага депутатського корпусу обласної ради приділяється ремонту культурних закладів. Адже тут людина духовно збагачується, розвиває свої таланти, культурно відпочиває, а молоде покоління має змогу пов'язати з творчістю своє майбутнє. Гумористичні шоу «КВН» і «Найсмішніше всіх» полюбилися ізмаїльчанам. Не дивно, що і конкурс «Розсміши коміка» зібрав повний зал глядачів. За форматом він нагадував відоме телешоу з одноіменною назвою. 28 января в Измаильском дворце культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко впервые прошел конкурс «Розсміши коміка». Організовали его методисты ДК. Теперь мы попробовали вот уже силами методистов, не работников КВН, провести данное мероприятие. Все наши участники, конечно же, получат призы, пригласительные билеты на все мероприятия, которые будут проходить ДК Шевченко. 14 участников разных возрастов и профессий соревновались в умении шутить. Среди них были школьники, студенты, торговый представитель, домохозяйка и учитель. Самой опытной была победительница многочисленных конкурсов, в том числе и первоапрельского «Смешнее всех» Оля Реутова. Я решила принимать участие в этом конкурсе, потому что мне нравится, когда люди смеются, когда весело. Мне нравится, когда люди улыбаются, это дарит тепло. Как признались участники шоу, все они любят веселить окружающих. Решил, возможно, приподнять настроение тем, кто собрался в зале, порадовать чем-то, может быть, удивить близких. Мы очень любим смешить людей. Для нас смех – это как часть жизни. Мы узнали о том, что у нас начался городской конкурс, и решили поучаствовать. И поэтому, если мы поучаствуем, для нас это будет как новый путь к новой жизни. И поэтому мы решили не сидеть на месте, а действовать.
А рассмешить надо было жюри в составе бывшего КВНщика, а теперь депутата Измыльского горсовета Вячеслава Макарова, руководителя клуба КВН и ГГУ Галины Смирновой и преподавателя Ивана Бойчева. Вел шоу «Измаильский КВНщик» со стажем Влад Кудрявский. По условиям игры на выбывание в первом туре надо было рассмешить комиков за 2 минуты, во втором – за 1. Ну а решающим был 3-й тур. Надо было ответить на вопрос жюри. В суперфинале встретили школьница Оля Реутова и торговый представитель Александр Дерментли. Он и стал победителем и обладателем главного денежного приза. Остальные участники получили подарки и памятные грамоты. Юмористическое шоу «Рассмеши комика» зрителям понравилось. И вполне возможно, оно станет еще одной визитной карточкой Измаильского дворца культуры. Все кулинарные рецепты, которые вы встретите на страничке Ольги, не имеют к ней никакого отношения. Оля, давай учись готовить, одними лайками сыт не будешь. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Ось такі були новини дня, що минає. Зустрінемось же завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.